Здравствуйте, уважаемые магистранты! Тема сегодняшней лекции – активные методы обучения. План лекции – активные методы обучения, выбор методов обучения. Рассмотрим семантику слов «активный» и «метод». «Активный» означает усиленно действующий. В процессе обучения метод выступает как упорядоченный способ взаимосвязанной эмоционально-интеллектуальной деятельности педагога и студента по достижению определенных учебно-воспитательных целей, как способ усвоения студентами содержательной учебной информации. Таким образом, словосочетание «активный метод» – это усиленно действующий способ продвижения к истине или намеченный дидактической цели, связанной с профессиональной подготовкой будущих специалистов. Применение активных методов в процессе обучения позволяет повысить результативность учебной деятельности студентов, под ней поднимается целеустремленная деятельность педагога, направленная на разработку и реализацию таких методов, средств и форм обучения, которые бы способствовали формированию навыков продуктивного общения в условиях процесса обучения, развитию умений аргументировать сложные ситуации, выявлять главные и второстепенные причины их возникновения, находить способы и средства их разрешения, развитие психических процессов, как внимание, память, мышление, поддержанию постоянного интереса и мотивации, самостоятельности, а также развитию способности прогнозировать различные ситуации и принимать самостоятельные решения. Активные методы обучения обеспечивают повышение эмоциональной включенности обучающихся и творческую активность студентов на занятии, обязательность непосредственного взаимодействия обучающихся между собой, а также с педагогом, формирование коллективных усилий и интенсификацию процесса обучения. К условиям организации занятий с применением активных методов относятся проблемность, сотрудничество и кооперация, коллективное взаимодействие, управление формированием и развитием индивидуально-типологических особенностей обучающихся, вовлечение обучающихся в постоянную активную деятельность, отвечает, анализирует, оценивает, классифицирует и тому подобное. Изменение модели педагога как соорганизатор, партнер, интерпретатор, консультант и так далее. Предлагаю вашему вниманию несколько описаний методов по деятельности педагога и обучающихся. Первый тип методов – это словесные методы. К ним относятся устные изложения содержательной учебной информации, беседа, работа. Третье – работа с текстом и текстом книги. Так, при устном изложении содержательной учебной информации деятельностью педагога является мотивационная и целевая установка изложения содержательной учебной информации, подведение итогов. Деятельностью обучающихся является слуховое восприятие и осмысление содержательной учебной информации, сообщаемой педагогом. При беседе деятельностью педагога является мотивационная и целевая установка, постановка вопросов к обучающимся, ответы на вопросы, подведение итогов. При этом деятельность обучающихся, продумывание ответов, да, припоминание, сравнение, сопоставление, выделение главного, систематизация, воспроизведение, ответы на контрольные вопросы, конспектирование. И все эти деятельности
осуществляется под руководством педагога или самостоятельно студентом. При работе с текстом книги деятельностью педагога является мотивационная и целевая установка, определение содержания задания и порядка работы обучающихся, руководство их работой, контроль и подведение итогов. А деятельность обучающихся – чтение и осмысление текста книги, выполнение задания с запоминанием, сравнением, сопоставлением, выделением главного, систематизацией, воспроизведением, ответами на контрольные вопросы и конспектированием. Второй метод – наглядно-демонстрационные методы. К ним относятся демонстрация и самостоятельное наблюдение обучающихся. Здесь тоже приводятся деятельности педагога и обучающихся. Третий активный метод – это практические занятия. Практические методы, к ним относятся упражнения и лабораторно-практические работы. Деятельностью педагога при выполнении упражнений является мотивационная целевая установка, постановка проблемы, определение работы обучающихся, руководство работы обучающихся, контроль, подведение итогов. А деятельность обучающихся – выполнение задания под руководством педагога, по инструкции, по алгоритму или самостоятельно. При лабораторно-практических работах деятельностью педагога является мотивационная целевая установка, определение содержания и порядка работы обучающихся, управление работой обучающихся, контроль и подведение итогов. При этом деятельность обучающихся является выполнение заданий, обработка результатов, формирование выводов под руководством педагога, по инструкции или самостоятельно. А также вашему вниманию предлагаю следующие критерии оптимального выбора методов обучения и алгоритм выбора методов обучения. В конце презентации предлагаю вашему вниманию список литературы, который вы можете самостоятельно ознакомиться и подготовиться. Спасибо за внимание. До свидания.